Горячее сердце. Имя 11-классника из Козьмодемьянска Ивана Немихина прогремело на всю республику. В июле прошлого года старшие юнга парусного клуба «Паллада» и его мама спасли тонущих в Волге детей. За смелость, мужество и решительность Ивану вручили медаль «Горячее сердце». На церемонии побывала наша съемочная группа. Поступок Иван совершил на самом деле героический. Не растерявшись, без стольки сомнений, пришел на помощь абсолютно незнакомым тебе людям. Этот зал в Министерстве образования «Мариэл» повидал много юных героев. Тех, кто, отбросив все свои сомнения даже в самых сложных случаях, бросались на помощь другим людям. Спасение тонущих, предупреждение пожара, дети и подростки самых разных возрастов совершили подвиги, которые порой не по силам даже взрослым. Иван Немихин – старший юнга парусного клуба «Паллада». Мама юноши отмечает, за 6 лет учебы он стал лучше плавать. Там же его научили спасать людей. Для самого молодого человека парусный клуб – это хобби. Прошлым летом семья Немихиных отправилась купаться на один из пляжей Волги. В воде резвились как взрослые, так и дети. Там мама Ивана и приметила ребят, которые то ли играли, то ли действительно тонули. Решила их, скажем так, наругать немножко. Ну, потом поняли, что они не играют так, а действительно потеряли опору под ногами. И вот одного мама за руку вытянула, других, ну, потом поплыл за вторыми я, одного схватил, второй залез на меня сам, скажем так, и вот мы направились к берегу. За себя не было страшно, переживал за тех, кто находился в воде, вспоминая тот субботний день Иван Немихин. Отважный подросток предотвратил трагедию и спас несколько жизней. За смелость, мужество и решительность, проявленные при спасении тонущих детей, Иван Немихин получил награду и стал одним из героев «Мариэл».